Перед нами стена памяти, которая находится на выставке, посвященной Ишиму в годы Великой Отечественной войны, значит, на Ленина 64 в корпусе городская управа. Ее мы создали, собирали материал на нее в 2020 году, в 2021 ее полностью поместили, открыли для посетителей в прошлом 2021 году. И тогда, еще год назад, на открытии мы обещали ишимцам и жителям при Ишиме, что эту стену памяти, на которой сотни и сотни наших земляков, которые за нас сражались на фронтах Великой Отечественной войны, что мы будем эту стену памяти пополнять. И вот еще тогда мы зарезервировали пустые места, и это дало свои плоды. За минувший год нам жители в добровольном порядке принесли еще более 30 фотографий своих отцов, дедов, прадедов, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. И, как мы и обещали, мы будем пополнять эту стену памяти. Вот, например, у нас есть здесь и из ишимских дивизий. Вот, допустим, Яким Вавилович Гаврилов. Это артиллерист из 384-й дивизии. Воевал на 120-миллиметровых минометах. Михаил Алексеевич Киргинцев, рядовой 229-й дивизии, смог пережить тяжелые бои 42-го года, вернулся с войны, вот, создал семью, и вот его дочь нам принесла вот эту замечательную фотографию. И другие фотографии других земляков, которые, значит, внесли свой значимый вклад в дело достижения Великой Победы. И здесь вы как раз видите до, то есть видите пустые квадратики, и буквально через несколько минут вы увидите занятую, эту же стену, занятую как раз до, примерно вот до этого ряда.